Would all passengers for this flight please go to gate 15? Passengers with children. Уважаемые пассажиры, закончилась посадка на рейс номер 508 авиакомпании «Уральские авиалинии» Сочи, Казань. Благодарим за внимание. Thank you. Мирно. Мотори сегодня экипаж и рад приветствовать вас на борту самолета Boeing 737, товарищ полет по маршруту Сочи-Санкт-Петербург. Время пути составит 4 часа 15 минут. Желаем вам приятного полета. Благодарю за внимание. Куда мы приезжаем? Добрый день, уважаемые пассажиры. Благодарим вас за выбор авиакомпании SmartAvia. Сегодня вашу безопасность и комфорт буду обеспечивать я. Старший бортпроводник экипажа Мария и мои коллеги Никита, Маргарита и Мария. Уважаемые пассажиры, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Самолет имеет 8 аварийных выходов, 2 передние. И два хвостовой части самолета, оборудованы автоматически надуваемыми трапами. И 4 аварийных люка на плоскости крыла. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. В случае разгерметизации поддув, жилет можно через клапаны поддува. В жилете имеется лампочка, которая зажигается в воде. Не надувайте жилет в салоне самолета. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане кресла перед вами. Просмотрите ее внимательно. Уважаемые пассажиры, мы готовимся к взлету и просим вас
убрать откидной столик, привести спинку кресла в вертикальное положение. Застегнуть ремни безопасности, открыть шторку иллюминатора. Выключить или перевести мобильные телефоны и электронное устройство в авиарежим. Обращаем ваше внимание, что в течение всего полета запрещено курение, в том числе